Всех приветствую. В первый раз в этом году выбрался на охоту, взял с собой PSP винтовку для того, чтобы протестировать его в боевых условиях, и отправился на то болотце, которое вы уже не раз видели в моих выпусках. Вообще поглядеть, сколько там утки. В этот раз ее там оказалось немного, то есть сначала я пришел, вообще была одна, ну и потом вот налетело еще три. Целился по груди, пулька ушла маленько правее, расстояние было 65 метров. Была еще третья утка, она отплыла куда-то в край озера, я так ее там и не нашел. Посидел еще маленько, уже вечерело, ну я думаю, что, надо возвращаться в лагерь. Итак, основа маскировки. Если вот у нас, например, здесь кто-то заплутает, одинокий путник вот так вот пойдет, а вот так вот он будет смотреть, да? Ничего не видно абсолютно, если сюда посмотреть. Если даже вот так вот обойти, все равно ничего не видно. Обходим. О, и только вот отсюда, под таким углом, можно заметить, что там в зарослях палаточка моя. Тут, кстати, между прочим, рядом с палаткой у меня грибы растут, посмотрите. О, под березовик. И еще один здесь где-то был. Маленький. А, вот он. Еще один под березовик. На следующее утро на этом водоеме, где стрелял, никого не было. И я полетел на коптере на разведку через реку на другой берег. Потому что знал, что там два озера. На первом тоже никого не увидел. А на втором, которая заводь около реки, увидел большое скопление утки. Но так как оно находится на другом берегу, а мост ближайший довольно далеко, в итоге общий путь у меня занял 10 километров. Но такое решение было принято, потому что сидеть на одном месте и ждать с моря погоды, я вариантов не видел. Чуть-чуть выше надо было взять, дистанция была где-то 55 метров до нее. В
стрелял еще раз с этой же стороны, но там дистанция была уже за 80, и в итоге оставшиеся утки оттуда улетели. День уже понемногу тянулся к закату, я перешел на другую сторону, решил поставить там палатку как раз между рекой и заводью этой. Водяные крысы что творят? Все, попрятались. Дальше уже спустился к самому водоему. Вместо сошек приспособил себе штатив для камеры, потому что без сошек тяжело. Нужно будет обязательно потом купить. Такой вот у меня скрадок импровизированный. Из палок, веток там собрал, чтобы замаскироваться. Ну и по ходу дела сижу, винтовку проверил, как пристрелено. Вроде все с ней нормально. Вижу черки. Сели они с правой стороны. Не хотят выплывать на то место, где будет их видно. Я хотел, может быть, думаю, просунуть туда винтовку. Стал поворачиваться, они что-то там забурчали и снялись. Ночью пролил небольшой дождик. А часа в 3 или в 4 утра приземлились еще утки на этот водоем. Я услышал отдаленное кряканье. И когда рассвело, пошел смотреть, что там происходит. Зацепил, но зацепил легко, куда-то в область ближе к хвосту, и он туда вот под куст забился, который у берега. Я стоял, крутил головой так-сяк, увидеть его там, где он в этих ветках, в корнях около куста. Ну ничего не видно. Думаю, с правой стороны обойду, когда он там крякает, по звуку слышно. Может, что-то увижу. Ну, как только ближе пошел, он взял и полетел. Значит, не сильно его задело, жить будет, в общем. Пока глядел на воду, заметил птицу с необычным таким голубым оперением. Это зимородок обыкновенный, типичнейшие места обитания здесь для него. То есть это обрывистый берег, довольно чистая река. И вот он сидит как раз на поваленном дереве в воде и с него охотится на рыбу. В размышлениях о том, каким мог быть вкусным тот чурок, я решил приготовить обед из того, что у меня осталось. Итак, сегодня на обед будет картошка, запеченная с беконом. Ну, естественно, лук вначале я покрошил, то есть первым слоем он пойдет. Дальше, по идее, картошку я, наверное, положу и бекончик. Бекончик будет подтапливаться и жирок будет стекать вниз. Такой пока план. Картопля пошла. Она молодая, если кое-где с кожицей это нормально, как картофель айдаха должно получиться. Сейчас бекон закладываю, накрываю это все вторым слоем фольги
и вперед на костер. Как-то так, грибочек тут еще маленько добавил, который нашел поблизости. Процесс запущен. Будем смотреть, я думаю, минут, наверное, 20. Хватит, в принципе, ей. Блюдо готово. Выглядит оно вот как-то так. Я уже попробовал картошку. Это просто прекрасно. Мягкое. Грибочек. Отлично. Все, сейчас буду есть. Вот и подошла к концу первая поездка на охоту с PSP. Конечно, нужно еще докупить сошки длинные для увеличения точности, насадку для съемки видео на прицел, чтобы было видно лучше моменты выстрелов. Ну, а в принципе порадовал меня боезапас. Можно брать с собой до 40 пулек, из которых 10-15 тратить на пристрелку непосредственно на месте. В этом году в планах еще охота с арбалетом, потому что все-таки канал Forest Archery. Ну и, наверное, поеду на неделю выживания в тайгу. Если получится, в глухие места, я возьму туда тоже с собой винтовку. И надеюсь сделать для вас еще видео. Подписывайтесь на канал, если понравилось видео. Всем пока!